Газолина. Так, я справа вас. Траву убрать. Не, я траву не хочу убирать, потому что когда ее уменьшаешь, то вдали окна становятся мыльными. Типа бежишь и челик. Зеленым. Попал кучу. Он за этим самым, да? В дом. В дом зашел. Так, я левый хочу немножко. Очень коцанный он. Он будет сейчас хилиться по-любому. Или упадет. Я чекаю окна. Давай. Тут стоит. Стоит прямо на лестнице. Окей, жди. Сейчас может выйдет. Наверное, справа стоит. Гранату киньте один кто-нибудь. Наверху. Закрывается. Вижу. Попал на него. Все, минус челик, минус. А еще что? Минус, окончательный минус. И он упал. Я в него еще дал там. Так. Да, я слышал. Вчера он уже... Если бы убил, лут бы с нами был. Ну, блин, я ему тело дал, а он в броне там. Kill one more player, but he hit me. Problem is that he go throughout walls and we can't loot it. Like always. Ну так что даже если бы я убил, то все равно бы лут. He glitch through wall or when he shoot? Какой-нибудь. Так что я не поведу. Вот с этой вот. Да, возможно. You ruin my gloves. Ты там меня качекаешь, если что, челиков, да? Я просто почекаю. Ну, если с этой стороны побегут, я увижу. Если не, вход, чисто вход. Нет, интересно. Я сижу сбоку в гараже вот этом. Понял. Я увижу только, если вот с этой стороны побегут. Если с стороны дороги, я не увижу. Нормально, блядь. Зомбак меня, блядь. Okay, I'm coming to Kozlovka. I'm on this long road. Okay. Блин, я потратил почти весь магаз на него. Нормально. Да. Вы еще вдвоем забегаете такие хуярицы там по нему.